Начальник следственного изолятора подмосковного города Серпухова Сергей Зайцев и два его заместителя уволены. Это произошло после того, как в интернете появились вот эти снимки. На них подробный фоторепортаж застолья в честь дня рождения местного авторитета. Стол буквально ломится от закусок. Красная икра, соленые огурчики, блинчики с красной рыбой, буженина, салаты. Еще именинник вместе с гостями устроили капустник и, обвязав вокруг талии полотенца и простыни, изобразили гладиаторов. Импровизированные щиты и трезубцы сделали из картона и фольги. Выяснилось, что фотографии праздника были сняты на камеру мобильного телефона. Каким образом заключенным удалось пронести его в СИЗО, а затем разместить снимки в интернете, так и осталось загадкой.